Пришло время для следующего путешествия. И это путешествие будет из Одессы в Бухарест на автобусе. Поездка займет около 10 часов. А, грубо говоря, рано утром мы будем там. Сейчас 5:30 вечера в Одессе. Провели мы здесь 1.5 месяца практически. Все было хорошо. Но если вы поедете в Одессу, то приезжайте сюда не раньше, чем середина или конец мая. Карета. 6 утра еще нет. Приехали очень рано. Да, спать хочется. А в отель еще рано ехать. Надо 1.5 часа нам еще тут походить. Вот у нас отельчик тут. Очень хороший, новый. Двухэтажный. Идем гулять по городу. Кухонка. Пописите, а то сейчас мы будем идти на улицу. Хорошая вернее. Пиши, иди пописи. Не зря. Дворик у нас уютный. Мы тут даже видели уже черешню. Привет, Пунти. Привет. Да я тебя потрогал, но ты мне не внушаешь доверия совсем. Немного. Такой маленький. Да, у них тут целый гараж, вон. Они тут автомеханизмом занимаются. Хороший этот райончик такой. Что у вас? Акация. Румынский трамвай. Ускакал. Собор Борисовской Богоматери. Может, сейчас закроется базар. Давайте потом. Ну, рассказывай. Клубника как клубника? Клубника очень вкусная, а черешня прекрасная. Ну такая клубничка уже у меня здесь. Клубничка красавица. $3 клубника и $4 черешня. Ну, чуть больше там, килограмм. Ну, для европейской страны, дешево, сезон, но это нормально, да. Причем на Украине еще этого нет. Вообще нет. Ну, клубника есть уже, но появляется, но вообще не нет. Такая. Клубника просто офигенская. Ну, пробуй черешню, как хороша. Мы в районе базара в Бухаресте сидели, кушали черешню с клубничкой, и начался дождь. Вот забежали в большой молл, хороший молл, все есть. Сидим, пережидаем ливень. Скоро поедем домой. Накупились всего, хорошие фрукты, овощи, все с опережением Украины на пару недель, минимум на 2-3 недели, наверное. Клубника у них уже в полный рост, черешня уже. На Украине еще черешенька совсем маленькая. Так что классно успели, вот застали. 2 дня будем есть черешню с клубникой.